центре внимания взаимодействия церкви и казачества в деле духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. Участники пришли к выводу, что современная молодежь имеет ценностные ориентиры в пользу зла, порока, у них отсутствует связь с духовным миром. По их мнению, из этого вытекает незаинтересованность молодого поколения вести добропорядочную жизнь. Мы же понимаем, проблем сейчас много с молодежью. Хотя бы недавние события трагические, которые произошли в Керчи, и многие другие случаи, которые говорят о том, что есть реальные проблемы. И суицид, и отказ от благочестивой жизни, уход в бездну греха и так далее. И, конечно же, нужно всем здоровым силам общества объединять свои усилия. Церковь, органы власти, педагогическое сообщество, конечно же, казачество. На встрече подчеркнули важность постоянного диалога власти, церкви и казачества. Церковь всегда была с казачеством, потому что жизнь казака неразрывно связана с церковью. Для церкви казаки – это не только какое-то сообщество, да, но это члены церкви, это чадо церкви. Епископ наградил благодарственными письмами участников коллектива «Вольная станица» и председателя Смоленского областного отделения Федерации рубки шашки Казарва Александра Селянина. Главе города Андрею Шубину подарили икону Андрея Первозванного. Завершилось мероприятие выступлением ансамбля казачьей песни «Вольная станица» и общим чаепитием. Лина Сазонтова, Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.